А на левом берегу основан новый сквер. Он расположен во дворе музея-усадьбы Геннадия Юдина. Первые деревья там сегодня высадили мэр и лауреаты премии главы города. Есть основания полагать, что место у горожан станет популярным, так как рядом будет въезд на 4-й мост. Подробности у Дениса Денисова. Каждое дерево будет носить имя талантливого представителя красноярской молодежи. Все они лауреаты премии главы города. Место выбрано не случайно. Акция приурочена к году литературы в России. Усадьба Юдина до революции была одной из самых ценных библиотек страны. К тому же сам Геннадий Васильевич прославился как меценат, ратующий за судьбу любимого города. Теперь новое поколение должно своим примером показать, как делать жизнь вокруг себя лучше. Мне кажется, что наша молодежь должна знать об этом, ценить это и продолжать эти юдинские традиции. Мы мечтаем сделать это место молодежным, интеллектуальным. И вот поэтому для меня оно очень значимо. Все достижения лауреатов делают Красноярск более дружелюбным и развитым городом. Закладка нового сквера символизирует это преображение. Скоро изменится весь этот район, ведь заканчивается строительство 4-го моста. И новый сквер имеет все шансы стать новым местом притяжения горожан. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы заложить новый сквер. Восстановить историческую справедливость, восстановить тот сквер, который здесь когда-то был. Наверное, он был несколько иным. И вообще здесь и пейзаж был несколько иным, и все было иным. Но тем не менее, то, что мы здесь, это дань сохранения истории нашего города. Практически каждый лауреат признается, потратит премию на дальнейшее развитие своих способностей или своего дела. Администрация активно поддерживает эти начинания, предоставляя им лучшие площадки и возможности для реализации. А посадка деревьев помогает молодежи лучше чувствовать причастность и ответственность за судьбу города. Я так думаю, это сплочение небольшое, это знакомство все равно с теми ребятами, которые тоже стали лауреатами. Это может быть, чтобы и глава города на нас посмотрел. Ну и посадка деревьев всегда хорошо, как говорится. Всего возле Юдинского музея-усадьбы высадили около полусотни деревьев. Денис Денисов, Дмитрий Комаров, 7-й канал.